Темпы распространения коронавирусной инфекции в европейских странах после отмены карантина ускорились. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность происходящим. За последнюю неделю в странах, входящих в Европейское региональное бюро ВОЗ, зарегистрировано свыше 130 тысяч новых случаев заражения. На брифинге в Женеве директор бюро Ханс Клюге сообщил: в течение последних двух недель наблюдается рост числа новых случаев заболевания. В 11 из этих стран увеличение скорости передачи инфекции привело к значительному всплеску. Если с этим ничего не сделать, то системы здравоохранения Европы вновь окажутся на грани коллапса. Франция и Германия заявили, что полностью поддерживают усилия ВОЗ, направленные на борьбу с распространением коронавируса в мире. На следующей неделе начинается председательство Германии в ЕС. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил: Германия со своей стороны сделает все возможное, чтобы предоставить ВОЗ необходимую политическую, финансовую и техническую поддержку. Мы, конечно, ожидаем, что остающиеся проблемы будут надлежащим образом решены, и необходимые реформы будут продвигаться для того, чтобы усилить программу экстренного реагирования, а также укрепить работу ВОЗ в рамках международных регламентов в области здравоохранения. Германия увеличит свой взнос на 41 миллион евро и предоставит еще, в частности, 25 миллионов евро на реализацию стратегического плана реагирования на пандемию. В этом году Париж направит организации на 50 миллионов евро больше средств, чем обычный французский взнос.